Привет, друзья! Решил заснять еврея. Лирк спит. Эд пришел ко мне утром. Я здесь выгуливал. Вот. Решил чайку попить. Он наелся уже. А вчера я мне засушил рубец говяжий. Кстати, Рокки первый раз такой ест. Он сырой не стал есть. Он. Лирка-то ест, она всеядная. А этот никогда такой не ел. Мы вчера с Лиркой занимались, а ему понравилось, прям дал. Он всегда попрошайничать начал. Раньше не попрошайничал, когда вот один гульнул был. Как Лирка появилась, все, начал все есть. Вкусная ракатушка. Рокки. Аж чавкает. Рубечек. Такой вот рубец получился, очищенный. Это как дорого у нас, 240 рублей за килограмм. Вот. Аж чавкает. Блин, я вообще не могу. Это такая чишка просто. Вот на видео нету, вот когда вживую с ним, да. Да, ракатушка? Скажи, я самый классный чишек. Чих. Да? Сейчас покажу, смотрите. Вот такой кусок он есть не будет. Он съест такой вот маленький. Да, ракото? Ну-ка, сидеть. А кто тебе разрешил? Рокки, сидеть. Рокки, эй. Это называется характер. Рокки, сидеть. Эй, сидеть, Рока. Рокки, сидеть. Не хочет сидеть. Рокки, сидеть. Эй, Рока. Сейчас мы его посадим. Он противный. Вот, характерный. Сидеть. Молодец. Давай попрошайка. Все, да. Прошайка, Рокки. Прошайка. Оп. И ты служишь. Да, служишь? На, будешь такой кусок? Кушай, Рокки, кушай. Видите, друзья, не ест. Смотрите. Рокки, Рокки, сидеть. Рокки, сидеть. Рокки, эй, сидеть. Молодец. Видите, какой противный. Надо кусочек маленький. Что, все, накушался? Кушай. Вот никак не могу заснять, когда Лирка спит. Вот. Он прям крадется так тихо-тихо, на цыпочках идет. Это просто, это не собака. Это уникум. Да, Рокки? Ты классный парень вырос. Я тоже с ним, кстати, с детства занимался, как он появился у нас. Переметнусь, покажу, какие у него награды есть. Итак, друзья, вот Рокки на все награды. Здесь он еще когда лучшим бэби щенку у нас коровский. Вот. Это мы с ним сами все заработали. Без всяких хендлеров. Вот моя гордость. Моя первая собака маленькая. Такие вот у нас заслуги. А тут наша девочка спит. Устала. Хвостиком виляет. Да? Малый там Рокки хавает, а ты здесь спишь. Ракатушка все жует. Да, ракатушка? Жуешь все, мальчик мой? Ням-ням-ням. Кстати, мы сейчас попозже поедем ко мне в деревню, где все мое детство там было.
Все 3 месяца от звонка до звонка там проводил. Рокки, Рокки, в деревню поедем. Знаете, на кого он похож? Так, смотрите. Рокки, посмотри сюда. Акела промахнулся, Акела промахнулся. Табаки ты, да? Ты на табаки похож. Вон, монстр идет. Эй, монстр, чего пришла? Угу, сразу в пайку, да? Да, Лирка? Сейчас папка чай допьет. Я никак чай не могу допить. Рокки пришел, видишь? Попрошайки. Рокки, иди, мы контент снимем. Иди сюда ко мне. Сидеть! А Рокки что не садится? Ну-ка сидеть, Рокки. Лиза, голос. Голос. Нет, хорошо, голос. Нет. Жестче. Ох. Ням-ням-ням. Голос. Ой. Ай. Можно. Ам-ням-ням. На мой сладкий. Трусик на. Лирка еще в деревне ни разу не была. Да, Лирок, сейчас в деревню поедем. Там бабушка. Да? Они, кстати, еще не знают, что мы приедем. Там моя бабушка. Там моя мама, крестная, ее муж. Жена моя на работе. Поедем там, поснимаем природу, погуляем. Лерке покажу места, где мы с Арчиком там гуляли. Это мой покойный питбуль. Да? Ты моя зая. Какая ты классная, да? Ой, зевака. И вот смотрите, у нее шерсть. Вот спина вот такая вот у нее прям, да? Она прям жесткая. Вот ровость такая жестковатая. А голова почему-то у нее прям как велюровая. Совсем гладкая такая. Другая. Вот я первый раз такого питбуля вижу. Чтобы голова прям гладкая-гладкая была. Вот. А тело, не тело, а шкура на теле. Точнее, не тело, а волосы. Жесткие прям. Кстати, это не реклама. У меня знакомый заводчица есть, где мы Рокки брали. А, думал, что дать ей, бровекту или симпарику посадить. Вот я ее на ошейник посадил, на Килтекс называется. Или Килтекс. Килтекс, по-моему, правильно. Не Килтекс, а Килтекс. Вот у него, друзья, защита 1.5 года. И я не пожалел, что взял. За все время 2 клеща на нее садилось. Но он это... Они не впившиеся были, а подыхали. Может, они, конечно, и впивались. Да, Рокота? Рокки у нас на симпарике сидит. О. На следующий год мы тоже Килтекс купим ему. Да? Идем мы с Лёрки. Чтобы не портить организм ему. А вот у него, короче, Лера, иди сюда. У него эффект накопительный, короче, он через шерсть, получается, впитывается под кожу и там защищает все. И у него срок годности 1.5 года. Вот он до сих пор вонючий. Не так прям, как он поначалу вонючий. Но все равно он попахивает. И вот его мы не снимаем. И вот она на нем постоянно. Да? Моя шлёткая собачка. И вот она вот, я смотрю на нее, она вот мне прям моего кобеля напоминает покойного. Тоже такая же прям вот сука, короче, в кобеле. Да? Ты кобелиная сучка. Да? Да? Лирка, добрый ты у меня, да? Папка, скажи мне, добрый воспитывай, да? Да. Кажется, только нас некоторые собачники боятся. Ну, я бы тоже, кстати, боялся бы питбуль бы подпускать. А потом, когда с ней уже знакомиться, говорит, блин, что ж, ну, это классно. Я говорю, воспитание главное. Все главное воспитание. Да? И вот я в ней много добился. И
как бы исправил ногу, то, что в том кобеле не заложил. Ну, молодой был, тогда еще особо не было такого опыта, прям по питбулям. Потому что он мой кобель первый был питбуль. И классик, да? Лира, в деревню поедем? Поедем к бабушке в деревню? Да? Тимоя, Зой. Такие глаза прям. Ну, все. Я отдохну, да? И пусть весь мир подождет. Топотуська. Ты топоту, топоту. Раки, топотусик. Типотуськин. Тимошлёрки. О, потягуйся. Тимошлёрки, рукотусик. И мне многие знакомые говорят, блин, как так переключаешься это? Быстро. Слир, короче, то маху жесткий быть, а сроки это сюси-пусь. Ну, не знаю, такой вот мне подход. Кстати, я сроки тоже могу быть жестким очень. Когда он, начинает уже не слушаться или из рамок выходить дозволенного. Да, Рокки? А Рокки? Вот смотрите, они любят, когда с ним жестко. Рокки! Ну-ка сидеть! Эй, Рокки, сидеть! Вот что значит чих упертый. Ну-ка сидеть. Сидеть, сказал. Кто тебе разрешал ложиться? Вот сиди. На тебе еще папка даст? Последний кусочек на мой сладкий. Ты молодец. Лира, стоять! Стоять! Молодец, стоять, хорошо. Мой зайчка. Ну все, друзья, сейчас мы чай допиваем, собираемся и поехали. Как там делают? Пу! И все. Мы теперь на улице. Сейчас посикают ребята мои. Лирка вдолит сразу. А мы сейчас идем в машине, да? И едем в деревню. Снимать новые ролики. Да, Лирка? Так, что рассказать. Деревня находится у меня в Калужской области. Поселок Ферзикова, точнее Ферзикского района. А деревня называется Китаева. Да, Лирка? Вот, у нас там, кстати, Лира, вперед! Вперед! Реальные деревни. Вот, подъезд в деревню. Сама деревня, короче, и вокруг одни леса. Все привозное, газ привозной, туалет на улице, вода из колодца. Ну все, вам, в общем, смотрите, будет много интересного, расскажу. А мы поехали. Ну вот мы едем. А, моя мама, не крестная моя, не муж ее, и кошка тем более их не знает, что мы едем. Вот. Такая вот у нас природа, там ока как раз, мы вот там внизу гуляем. Вот. Мы едем ко мне в деревню. От моего дома до деревни 13 километров. Мы живем сами в Тульской области, а деревня находится у меня в Калужской. Вот. Так что ехать недалеко. Лирка едет, кайфует, да, Лира? Деревня, она вообще едет первый раз у нас. Сейчас посмотрим, как она там будет себя вести. Рыкатушка сзади. Да, рыкатушка? Сзади мальчик. Сзади мальчик едет. Так что много интересного будет. Интересный кадр. Покажем, как Рокки ругается. Ну-ка, поругайся, Рокки. Ох, поругайся, да. Скажи, медленно едешь, дедушка, да? Так, друзья, мы съезжаем на грунтовую дорогу. И теперь по бездорожью. Ну, как бездорожью? Нет, дорога здесь есть. Но когда здесь дождик бывает, здесь, ой-ой-ой, как сложно проехать. Здесь пока идет щебеночная еще дорога. Здесь деревня скидывалась, отсыпала. Вот. У нас чисто она грунтовая идет.
У нас сейчас там живут всего, по-моему, 3 или 5 домов всего. Зимой, точнее. Летом чуть побольше там. Ну, короче, деревня наша потихонечку вымирает, друзья. Но мне вот до сих пор ностальгии хватит. Такая вот дорожка идет. Кругом вот леса у нас. Здесь леса кругом. Грибов много. Чего еще много у нас? Ягод всяких. Земляники. Потом что еще бывает у нас в лесу растет-то? Костяника, по-моему, тоже. И ежевика. Орехов много в этом году у нас. Такая вот дорожка. Не буду всю, конечно, снимать, потому что неудобно рулить и ехать. Была бы моя машина маленькая, так была бы не вообще на автомате, было вообще классно. Так что придется отключиться попозже. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Вот раньше эти поля у нас съели постоянно пшеницей. Сейчас, представляете, все это развалилось. Просто трава растет. А раньше эту пшеницу рожь сажали у нас. Конечно, неудобно рулить и снимать. Лерка сидит, наблюдает. Честно сказать, по такой дороге только ехать на танке, блин. Вообще, дорога не айс, конечно. Нам в деревню проехать можно только если на Ниве, либо на УАЗике, все. На остальном всем ты не проедешь особо. В сухую погоду, да, даже можно легковушечки по затерочке проехать. Вот. А в дождик все. Даже Ниву, кстати, надо садиться. Не, ну хорошую резину, если хороший протектор, то можем проехать. Лирочка, ты знаешь, куда ты едешь? Лирочка, скажи, мне пофиг, куда ехать, главное, с папкой рядом. Да, моя Доня? Или Катусик, вот, или Катусик, главное. Красавчик мой. Вот, друзья, первая преграда наша небольшая. Ну, сухо, мы легко проедем. Дождь, конечно, тяжеловато здесь ехать. Здесь постоянно после дождя бучило внизу. Вот такое у нас. Здесь бывает. Сапли живут. И утки. Чуть никого не видно сейчас. Тут болотец. Представляете? Вот не снимал бы я. Мало кто знает нашу деревню вообще. И как бы проехать к ней сложно. Но здесь постоянно у нас леса. Значит, не постоянно. Везде леса у нас и поля. Еще один небольшой лесочек. Ой, 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 как жалко, блин. Какой у нас лесочек. Сейчас, наверное, чуть-чуть остановлюсь. Пойду орешков наберу. Здесь орешники хорошие у нас. Постоянно с деревни ходи к Сазарев. Я хуй вон вижу, блин, сколько смотреть, друзья. Наверное, не видно их. Ну, просто завалится. Просто орех мой. Просто здесь, если машину оставить, если встречная пойдет, хоть это бывает редко, ну а вдруг пойдет, то мы здесь не разъедемся нигде.
вообще на пушечке оставлю. Ой, мама мне. Мама мне. Ой, после бомбежки мы едем. Ой. А грязи мало, но все равно, блин. Такие какашечки. Какашечки. На курочке. Опа. Оп. Почти вот это же мы в Калужской области получается. Так, сейчас мы съедем по дороге. Оп! Ир куда тоже полетел. Ух! Докатушка здесь. Итак, друзья, вот уже начинается как бы территория нашей деревни Китаева. Лирка здесь первый раз совсем, да? Ох, все растрепало уж. А как классно, Лирка, да? Ух! Поноситься ей! Ироти полетел, раздолье. Эх, ребята. А мы пойдем орехи собирать. Здесь, походу, кто-то уже лазил. Там же здесь орехов нету. Так, смотришь. Даже понизу. А, вот, есть, нашел. Нашел, вот они, орешки. Оп. Вот такие орешки еще. Лира, будешь орешек? Орех съела. Обалдеть. Обалденные, друзья. Так, друзья, Лирка первый раз вообще тюк увидит. Что это такое, Лира? Что это такое? Сейчас попробуем, чтобы они забрались. Рокотушка. Роки, пошел вперед. Ну-ка, давай, вперед. Да, вперед. Ну-ка, вперед. Оп, вперед. Ай, молодец. Хорошо. Как тебе, Роки? Ой, какой лев. Ой, какой лев-то, а? Лира, пойди ко мне. Лира. Роки, стой там. Стой там. Вперед. Пошла вперед. Давай. Давай. Пошла вперед. О, Лира, ну-ка стоять там. Я их сейчас фоткаю. Эй! Я тебе. Хотя иногда интересно, когда Роки так на нее. Но это как бы нельзя делать. Интересно, когда вот Рокки, да, отпор дает. А Лирка-то не тронет его, она просто не играет, любит его. Она с ним побеситься хочет. А Рокотушка у нас серьезный. Пацан ее обижает, да, Донь? Ну что, поехали, все. Погуляла, вперед, пошла, вперед, вперед. Я вот жене говорю, пойдем на пенсию. До пенсии, правда, еще далеко. Вот идем на пенсию, поем в деревню жить. Вообще здесь тихота, спокойствие. Ни суеты, ничего. Заведем коровку себе. Да, Лирка? Лирки тогда уже, наверное, не будет, блин. Ах, да. Как задумаешься об этом, когда их в один момент может не стать, блин. Ну, это жизнь, понимаешь. Хочешь, чтобы они вечно жили. Да, Донь? Вот так, правда, растишь, 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 растишь. А потом собаку
Твои глаза уходят потихоньку, уходят. Да, Ракатуська? Да, мышлетки? Да? Папку любишь? Да, вы все папку любите, да? Поедем. Друзья, блин, вот такие-то моменты бывают. Такой ястреб сейчас здоровый полетел. Хотел заснять. Он все потихонечку ехал, ехал. Думаю, сейчас, говорю, блин, включу камеру, говорю, это, поснимаю. Вдруг ястреб полетит. Вот просто ястребы здесь огромные. Есть маленькие, конечно, а есть прям здоровые. Постоянно на тюках они любят сидеть. Мышек высматривать себе. Добычу. Ну, еще 5 минут до дома мне. И все. До деревни, точнее. До домика в деревне. Здесь бучило тоже бывает, когда сильные дожди у нас. Ничего, Нива проедет. А если по дорожке пойти, у нас родник там. Понимали, вот этот идет лес, а внутри у нас идет там деревня уже. Верка так наблюдает, прям сидит. Все интересное. Болото у нас и лесочек. Мы постоянно там вечерки устраивали. Там пруду наловим. Там как болото сейчас. Болото постоянно звали. Наловим карасиков, разведем огонь, возьмем маслица, мучки, мучицы. И, короче, на костре и на сковородочке жарили постоянно карасиков. Ну и все, кто что может, там из дома сало, чего хочешь, поносил, ел. И вот здесь, бывает, клину мы собирались. Сейчас подъедем, посмотрим. Руки слегка оставил. Я в машине. Сейчас побыстрее пройдем. Посмотрим, друзья. Представляете, все заросло здесь. Все заросло, блин. А знаете, когда вот ностальгия, когда вот вспоминаешь детство. Так, сейчас пройдем. Вот здесь грибочки бывают. Вот. Здесь постоянно вот костер, мужики, в этом месте. Вот здесь у нас стоял столик, лавочки делали. Вот такое вот место интересное у нас было. Ничего не осталось, все поросло. А вот так, если пойти, он здесь полейки ходил. Раньше вот здесь полейки. Ходил, собирал грибы. Можно сейчас попозже пройтись. Может, что наберем. Правда, сухо уже. Да. Вот, калина зреет. Это можно будет набрать. Ну и так вот, друзья, дорожка идет уже в деревню. Здесь начинаются, да, домики наши, деревенские. Теперь дом соседей. Это у них типа там сеновал раньше был. Вот дом заросший уже. Это уже дом заросший. А это вот наш домик здесь. Здесь крестная моя с мужем ухаживает. А мы там у себя на даче ковыряемся. Здравствуйте!
А мы сидели дома, Лирка говорит такая, что-то по бабушке соскучилась, поехали к гости съездим. Лирка помечает. Вот, друзья, это наш тахород здесь. А вот здесь за забором, короче, мы постоянно картошку сажали. Здесь уже заросло все у нас. Изгородь поломалась коробицей. А мы сливку съедим. Да, Донь? Оп. Сливку. Будешь, Лира, сливу? Лира, сидеть. На. Будешь сливку? Ты же любишь. Что такое? На сливку. Угу. Это моя вот крестная с кошкой. Да она ее не тронет, и дай познакомиться. Ну и пускай убегает что-то. Да отпусти ты, не бойся, она сейчас все равно закорябает. Лера, не прыгай. А корябала? Ну, да ладно, руки там забыл. Она увидела и вышла. А Лерке нет, не интересно. Да, Лер, пойдем. Скажи, кошки какие-то. Ох, да. Ругается, да, не дают познакомиться, да? Видишь, не дают. А мы сливу пойдем есть. Пойдем, Лерка. На. Угу. Лера, аккуратно. Ай-яй-яй. Пойдем. Нельзя. Возмущается, да. Скажи, дайте мне подружиться, да, ишь? Да. Нельзя. Не дают, да. Не дают. Ай, твой, да, Рокки твой. Твой Рокки, да, да, да. Ну все, хватит, все. Вот здесь раньше тоже картошку соседи сажали. Здесь раньше у нас тропинка подходила к нашему, так сказать, правильно, тоже огородом там. Вон там кусты сейчас. Там мы картошку сажали постоянно. Там сейчас все поросло у нас здесь. Да, Лира? Ну, а здесь сейчас никто не живет вообще. Только крестная с мужем приезжает сажать. А здесь у нас постоянно скотина здесь была. И это у нас сеновал. Правда, уже весь разбирать надо, все загнило. Так что такие вот дела, друзья, у нас. У нас здесь, кстати, вон русская печка. Да. Еще дедушка мой, Царство Небесное, ложил ее. Был печник от Бога. Итак, друзья, вот. Домики у нас пошли. Уже дом старый, ветхий. Надо было следить за ним. Крыша провалилась. Здесь много, кстати, заброшенных уже домов у нас. А мы идем за орехами. Лирка так бегает, прям интересно все. Все новое, да, Лерок? Все новенькое, да? Интересно, мое солнышко. Все, друзья, заросло. Дома план заброшенные. Лерка наступил, да? Такой здоровый орешник. Туда
правда, не пролезешь. Сливы обливенные. Что их не обрывает? Просто все повалено. Пойдем, Верка, пойдем, девочка. А вон там, друзья, вон там домик. Там живет мой лучший друг, тоже мой тезка Серега. Он тоже в городе живет. Мы только в разных микрорайонах. За него ехать на машине, короче, 20 минут. На автобусе 40. Вот. Мы, кстати, с ним я честно не помню даже, как с ним познакомился. Помню, что мы с ним с детства дружим. Может, в деревне в одной песочнице познакомились. Он даже, кстати, тоже не помнит, как мы с ним познакомились. Вот, обещал прийти. Кстати, я вам сказал, что я приеду в деревню. Должен прийти в наше место. Тайна. Мы здесь раньше с ним собирались. А тайное место у нас здесь было возле пруда, где мы купались. Сейчас да, поднимемся. Пошлите, ребят. Как тебе, Лира? Лира, как тебе деревня, нравится? А? Шлотка моя. Ты мой шлотка, деревня нравится тебе, да? Ты знаешь, что вкусняху в руке. Ты мой зайчик. Пойдем, пойдем. Вперед. Там дракотушка лезет, мой шлотки. Да, папа про тебя забыл. Скажи, папа, ты снимаешь меня? На ручки бы взял, да? Не лезь к нему. Иди ко мне, сладким. Иди на руки. Ой, в репейник. Иди к папке. Опа! Мы ракатушку на руки возьмем. Да, ракату? Ну, сюрикатик мой. Вперед, Лера, вперед. Да, в поле ей вообще просто носиться класс. Оп. О, друзья. Я орешки нашел уже. Ракатушка, стой. Глянь, такой молодой орешник, а уже орехов много. Сейчас будем собирать. Смотрите, друзья, такой вот маленький, как вам сказать, орешничек. Такой небольшой орешничек такой. Небольшой. Не столько вот орехов уже. Это вот, друзья, колодец. В старом стиле, только с кольцами. Здравствуйте, Лирка. Лирка пошла знакомить сразу. Пошли, Роки, вперед, пошли. Кто там, Роки? Кто там? Сейчас Рикатик покажет. Кто там, Роки? Кто там, смотри, кто там? Кто там, Роки? Кто там? Давай, с Рикатика сделай. Кто там, Роки? Кто там, мальчик? Еще кто там? Кто там, Роки? Кто там? Ух, иди сюда. Ух. Роки, Роки, ко мне скорее. Рока, Рока. Тикай, скорее, тикай. Кто там, мальчик? Кто там еще? Блин, как получается снять. Это классно встает. Надо не лапки. Кто там в руки? Ух, кто там? Кто там в руки? Кто? Кто там еще? Еще кто там? Эй, Лира! Ну-ка иди сюда. Пошла. Пошла лазить. Кто там в руки? Кто? Еще кто там, мальчик? Кто там? Ух, кто там? Ой, так здорово. Кто там? Кто там в руки? Кто там? Пошли, пошли скорее. Кто там, кто там? Еще кто там, мальчик? Ищи. Ищи, ищи, ищи. Лира, нельзя. Кто там? Так прыгай. Приколист. Пойдем. Освоил Лирки здесь. И уроки, блин, прям классно. Пошли. Ко мне. Пошли. Ко мне. Вот что значит раздолье. Лирка носится. Да, Лирок? Хорошо тебе.
Рокотушкин тоже. Иди вперед, Рокки, вперед. Ту-там, ту-там. Полетел. Да, Рокотушкин, нравится тебе здесь, да? Тебе мой шлёрки. Кто там, Рокки? Ну-ка посмотри. Кто там? Он там, кто там? Посмотри, кто там, мальчик? Посмотри, кто там? Люблю так подразнить. Полетел, полетел, полетел. Ой. И вот, представляете, друзья, вот, вот так лес идет кругом. И вот деревня вот находится прям внутри. Ну, блин, квадрокоптера надо покупать, чтобы поснимать так вот птичьего полета. Как правильно сказать. Да, Лерка, тебе нравится здесь деревня? Мы остаемся здесь? А? Лира. Алира. Все, полетел. Рокки, пойдем, Рокки. Рокотушкин, Кукушкин. Тепоту, 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 да. Тимошлёшки. Пошли вперед. Пошел вперед. Вперед. Вперед, вперед, Рокки. Ну, вперед. Иди, вперед. Пошли, пошли, трусь, лям. Рокки со мной. Лерка улетела. Тетушка, он собака решил поиграть. Ага, сейчас. Дыхание. Дыхание. А вот там, друзья, кошка, он сидит, наблюдает. Нормальный дом, деревенский. Все нормальный дом. Удали видео опять такое. Нет. Ничего. Кстати, все записывается, что ты говоришь. Я знаю, только стирай. Лира, давай палочку. Давай палочку нам сюда. Неси палочку. Неси, неси. Молодец. Умница, умница собачка. Ну что, Лен? Ты свои слова берешь назад, что она злая? Беру, конечно. Я думал, да, ну какая такая порода. Ну блин, Арчик, ты что, он злой, что ли, был у меня? Ну да, на собак злой был. А? Я не слышу, Арчик. Ну он как и без нас, он все знал просто. Не, ну к людям тоже добрый был, но на собак просто злой был. Агрессивный.